лауреату государственной премии, международной литературной премии «Алаш», кавалеру ордена «Парасат» Ирангаипу 75 лет. К юбилею известного акына и драматурга на сцене областного драмтеатра была поставлена драма «Мэнгелек елдің алтын адамы» – «Золотой человек, мэнгелек ел». В основе драмы разногласия между родственниками. Как бы уважаемый в роду пролиби казна она не старались, Арғынбай Батыр приказывает своим воинам напасть на аул сородичей. Однако поход завершается его гибелью от рук Кулка Батыра. Эта смерть еще более накаляет атмосферу. Сторонники Арғынбая жаждут мести. Однако казна она, несмотря на тяжелую утрату, которая подкосила ее, находит в себе силы остановить это жестокое противостояние и помирить родные друг друга рода. Преклонившую голову перед ее мудростью и самоотверженностью, сородичи нарекают ее Алтын-Адам. Так, через образ матери, Ирангаип призвал народ к согласию и единству. Новая постановка была тепло принята коллегами и зрителям. Мені қатты қуантқаны ол Нартай Бекежанов театрының актерлық құрамының әлеуеті. Меня очень порадовал актерский состав театра имени Нартая Бекежанова, их творческий потенциал, чистота их речи, чем всегда славились кызылординские актеры и актрисы. Все это свидетельствует о том, что здесь сформировалась большая театральная школа. Поэтому я думаю поставить на этой сцене еще один спектакль. Это счастье работать с такими актерами. Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил театр с успешной постановкой. Юбиляру были оказаны почести. В лучших традициях народа в знак особого уважения преподнесен национальный чапан и вручена высшая награда области – почетная грамота. Вы стали наставником для акынов своего времени. Неоценим ваш вклад в развитие казахской поэзии и драмы. Ваши произведения вошли в сокровищницу казахской литературы и искусства. Уважаемый Иранбек Абитайұлы, от имени населения области поздравляем вас с 75-летием. Здоровья, долголетия, благополучия.